Ямное. Село на северо-западе Воронежской области, в Рамонском районе. Административный центр Яминского сельского поселения. Годом основания села Ямное принято считать 1615 год. Но мы можем смело утверждать, что первые жители на территории современного сельского поселения появились еще в каменном веке, а именно в 5-7 тысячелетии до нашей эры. Об этом свидетельствует результат археологических раскопок на северной окраине села. В ходе археологических работ были зафиксированы находки каменных орудий и фрагменты глиняных сосудов. Данные материалы опубликованы в книге «Многослойная стоянка Ямная», с автором которой является человек родом из села Ямное, кандидат исторических наук Сурков Алексей Владимирович. В ходе исследований археологами в верхних слоях стоянки Ямное обнаружены находки керамических сосудов финала каменного века, эпох неолита и энеолита, 4-е тысячелетие до нашей эры. В краеведческом музее села Ямное оформлена экспозиция на основе материалов, представленных руководителем археологической экспедиции Сурковым Алексеем Владимировичем. В последующие времена здесь неоднократно появлялись поселения скотоводов эпохи бронзы и раннего железного века, 1-2 тысячелетия до нашей эры. В эпоху великого переселения народов, 4-7 век до нашей эры, по этой местности прошли племена гуннов. Погребение одного из этих воинов обнаружено на стоянке Ямное. В средневековье славяне предпочитали селиться на укрепленных высоких берегах правого берега рек Дон и Воронеж, а кочевые племена половцев, а затем и монголо-татар, не заходили далеко на север, ограничившись южными районами Воронежской области. Только укрепление русского государства в 15-16 веках позволило начать заселение дикого поля, необжитых южных земель. В это время появляются первые сторожки для защиты Руси от набегов крымских татар. В 1585-1586 годах появилась крепость Воронеж, с которой связано возникновение села Ямное. Население города в основном было военным. По мере того, как город рос, все большее число служилых людей получило землю на некотором отдалении от него. В дозорной книге 1615 года отмечено: «Да, на Воронеже, на атаманских и на казацких, на придаточных землях деревни, в тех деревнях дворы атаманские, казацкие поставлены на приезд, а за ними живут же бобыли, пашут их же землю». Таких деревень названо несколько, в их числе упомянуто и Ямное. Как считают ученые, возникнуть село могло вскоре после построения Воронежа, примерно между 1590 и 1600 годами. Название Ямное одни объясняют так. Много лет назад здесь были ямы небольших размеров. Ходили легенды, что в них зарыты клады. Дотошные люди копали эти ямы, но ничего в них не находили. Последний такой кладоискатель объявился в 1807 году, который разрыл много ям, но ничего в них не нашел, кроме костей. Возможно, эти ямы были поврежденными могильниками племен, обитавших в этих местах за много столетий до возникновения Ямного. От ям и произошло название села. В дозорной книге отмечено Ямное озеро и Яминский луг. Историк Загоровский считает, что первичным было название озера, от которого и получило свое название селение. Ямное не было защищено от набегов татар, и поэтому часто подвергалось нападениям. Не случайно большую часть населения Ямного составляли военные люди. Так, в 1676 году в нем из 46 дворов только 11 приходилось на долю крестьянских. Когда миновала опасность набегов, атаманы и черкесы стали покидать деревню. В 1695 году в селе Ямное землевладельцами были Лаврентий и Герасим Веневитиновы. В XIX веке число жителей стало увеличиваться. По данным Воронежского календаря, на 1874 год в деревне Ямное числилось 775 жителей. Во время Великой Отечественной войны, по данным историков Воронежского края, военные действия не затронули территорию села Ямное. Линия фронта проходила южнее. Но, как и миллионы советских граждан, земляки уходили на фронт. О нашем земляке Комарове Илье Савельевиче бережно хранятся данные, переданные его родным, в
Краеведческом музее села Ямная в экспозиции, посвященной этим трудным годам. Нелегкими были и послевоенные годы, но люди постепенно налаживали свой быт, сельское хозяйство, производство. В 60-х годах 20 века на территории села Ямная был создан колхоз, которым более 30 лет руководил герой социалистического труда, кавалер трех орденов Ленина Батухтин Михаил Владимирович. В 60-е и 80-е годы колхоз «Путь к коммунизму» был одним из первых хозяйств не только в районе, но и в области, занимал почетное место на ВДНХ. Село Ямное славится своими сельскохозяйственными угодьями. На территории Яминского сельского поселения расположено 6 промышленных предприятий и одно ЗАО, основным видом деятельности которого является выращивание зерновых и овощных культур. Общая площадь обрабатываемой пашни – 1000 гектаров. Из них в собственности ЗАО «Яминская» находится 530 гектаров пашни. Это немного для современного агрокомплекса, поэтому руководство ЗАО считает необходимым увеличение объемов производства и увеличение площадей под овощные культуры. Для этого обновлен практически весь машино-тракторный парк, приобретены наборы картофельной и морковной техники, плуги, сеялки, трактора. Увеличение объемов производства планируется за счет качества выращивания, применения новых технологий и уменьшения потерь при уборке урожая. Яминцы внимательно следят за изменениями в современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур. В ЗАО «Яминское» применяются и другие научные методы агрономии. Разрабатываются новые севообороты, которые позволяют выращивать картофель и овощи по заранее спланированной технологии. Делается анализ почв и грамотно вносятся минеральные удобрения. В настоящее время в Ямном на участке площадью 140 гектар ведется малоэтажная застройка микрорайона Донской. Это строительство включено в федеральную программу обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Запланировано также получить государственную поддержку по программе строительства дорог к новым микрорайонам. Все это позволит предложить жителям Воронежской области 200 тысяч квадратных метров комфортного жилья по доступным ценам. 5 июня 2018 года митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил великое освящение новопостроенного храма во имя святой мученицы Параскевы, нареченной Пятнице, в селе Ямное Рамонского района. На богослужении вместе с правящим архиереем, духовенством и прихожанами молились представители сельской администрации и другие высокопоставленные должностные лица, прибывшие из Воронежа. Затем митрополит Сергий совершил крестный ход со святыми мощами, которые были вложены в антиминс и в основание новоосвященного престола. В завершении чина протодиакон возгласил многолетие создателем церкви и освятившему ее архипастырю, а владыка Сергий осенил всех молящихся крестом на 4 стороны света и окропил святой водой. Затем митрополит Сергий совершил божественную литургию и поздравил всех присутствовавших с совершившимся великим событием в жизни прихода и в духовной жизни всех прихожан новоосвященного храма. В память о великом освящении церкви правящий архиерей вручил благословение настоятелю и всему приходу икону Христа Спасителя. На данный момент в селе Ямное проживают около 3000 человек.